Расследование уголовного дела в отношении директора ГКП ЖЛУ ИСУ Алагузова завершено Департаментом агентства по финансовому мониторингу по Атырауской области. Руководитель предприятия с марта 2019 года по март 2021 года установил монопольно высокие цены, необоснованно повысив тарифы на хозяйственные услуги, водоснабжение и канализационной деятельности населению города Кульсаре. Таким образом, он получил доход в крупном размере с вовлечением в законный оборот денег, добытых преступным путем, и совершил хищение в особо крупном размере средств, поступивших в кассу учреждения за коммунальные услуги, причинив ущерб в сумме более 126 миллионов тенге. При расследовании указанный размер ущерба был полностью возвращен государству. Кроме того, в ходе расследования были снижены утвержденные тарифы на услуги водоснабжения населению города Кульсаре и Нового Каратона на 54,4%. Приговором суда руководитель указанного предприятия признан виновным, ему назначено наказание запретить пожизненно заниматься деятельностью руководителя в государственных учреждениях, связанные с материальной ответственностью, и 6 годам лишения свободы. В соответствии с требованиями статьи 63 Уголовного кодекса приговор считается условным.